Уважаемые коллеги, добрый день. Рады вас приветствовать на первом заседании молодежного клуба Российского исторического общества в 2023 году. Заседания наши начались, собственно, практически год назад, первые уже, но вот такую славную регулярную традицию мы продолжаем. И сегодня тоже предстоит нам очень интересный и плодотворный разговор на спектр различных тем в сфере истории, связанных с молодежью, со школьниками, со студентами, с, скажем так, трудами и работами, которые молодые историки уже продвигают. И, конечно же, представляем слово для открытия нашего заседания Гакуеву Руслану Григорьевичу, временно исполняющему обязанности председателя правления Российского исторического общества, исполнительному директору фонда «История Отечества». Руслан Григорьевич, пожалуйста. Спасибо, Иван Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад, что сегодня у нас проходит первое в текущем году заседание молодежного клуба «Рио». Помню, как немногим менее чем год назад было первое его заседание, на котором присутствовал и министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков. И, как говорилось о тех направлениях работы молодежного клуба, которые будут наиболее приоритетными для всех вас. И вот спустя это время, спустя почти год после начала работы молодежного клуба, все-таки очень приятно видеть некую динамику в работе, когда от постановки вопросов, постановки тех проблем, которые в наибольшей степени волнуют вас, как молодых ученых, начинающих специалистов, до некой уже реализации этих планов, до конкретных проектов, которые каждый из вас так или иначе в своей каждодневной практике либо реализует, либо планирует реализовать. Я уверен, что у всех у вас есть интересные идеи, которые заслуживают внимания, но, тем не менее, путь от замысла к осуществлению, он зачастую бывает тернист и требует больших усилий, большого труда, и особенно важны будут в том числе те примеры успешной реализации проектов, которые сегодня некоторые из молодых коллег представят, расскажут о них. Я знаю, что сегодня будут рассказывать о своем опыте и начинающие исследователи, как публикация первой монографии, пример того, как удалось не только провести это исследование, но и опубликовать книгу. Я думаю, это заслуживает большого внимания. Сегодня расскажут и об опыте создания документального фильма, причем вся команда ребят, участвовавших в его создании, относится к молодым, к начинающим специалистам, исследователям, либо же кинематографистам. Ну и сегодня, как я понимаю, будет и рассказ о некой лаборатории молодого историка ИСТВАП. Я думаю, это тоже очень важно с точки зрения рассказа о тех возможностях по консультации, по выработке возможных решений для реализации ваших проектов. Со своей стороны, Дом Российского исторического общества, отделение Российского исторического общества в регионах, правление общества всегда будет готово подставить вам плечо, помочь советом, делом в реализации тех проектов, которые вы планируете в рамках молодежного клуба и как молодые начинающие исследователи. Я желаю всем сегодня успешной и продуктивной работы. Спасибо. Большое спасибо, Руслан Григорьевич. Это очень важно и значимо для нас, такая поддержка, регулярная поддержка. И, соответственно, результаты, которые сегодня ребята покажут в различных отраслях, прошу прощения, это пример того, что при должной поддержке молодые историки и не только специалисты любого профиля, они создают, развиваются сами и развивают продукты, проекты на благо нашей страны, нашего Отечества. Собственно, коллеги, позволю себе начать нашу работу, наше заседание с небольшого доклада моего о встрече с молодыми историками в Запорожской
области. Я знаю, что с нами на связи Жиряков Константин, преподаватель Мелитопольского государственного университета имени Макаренко через Zoom. Константин, добрый день, на связи. Так, не слышно. Но, тем не менее, коллеги, да, я начну. Константин еще пару слов в конце добавит. Буквально не так давно, в феврале, Российское историческое общество инициировало такой проект, очень серьезный, как можно его назвать, образовательный десант историков на новой территории Российской Федерации, в частности, в Запорожскую область, в город Мелитополь, где, так скажем, был представлен в числе академических историков, в числе историков профессиональных, в том числе и молодые профессионалы в лице молодежного клуба нашего. И довелось встретиться как раз-таки с ребятами, с молодыми историками Запорожской области, которые развивают, продвигают там историческое образование, просветительские проекты и многое-многое другое. Ну, что можно сказать, уважаемые коллеги, определенно, несмотря на то, что вот коллеги с нами на связи, да, ребята на новых территориях очень инициативные, у ребят, как говорится, огонь в глазах, в Мелитополе существует определенная инфраструктурная база, и у коллег есть кафедра, где обучаются аспиранты, куда приходят студенты, там пишутся курсовые работы, пишутся дипломные работы, то есть образовательный процесс не прерывается. Ввиду того, что ввиду особенностей положения области, да, и смены государственного, скажем так, отношения этих территорий, ряд историков, ну, буду говорить прямо, идеологически заточенных в течение там, предыдущих 30 лет украинской государственности под определенные тенденции, тоже не побоюсь этого слова, они покинули кто-то из идеологических убеждений, кто-то из каких-то корыстных, возможно, тут мы не можем утверждать, покинули территорию Запорожской области, Мелитопольский государственный университет, и именно молодые историки, что очень тоже важно, стали той опорой оставшихся профессионалов, профессиональных историков, и не только, там, конечно же, другие специальности остаются, они стали опорой, и уже эти молодые ребята, аспиранты, они уже преподают, у них много часов, потому что кто кроме них, соответственно, они становятся уже специалистами не только теоретиками, да, не только учатся, но они и практикуются, обучая студентов. И это тоже очень важно. Коллеги ведут активную позицию, как гражданскую позицию, да, так и профессиональную. И в течение прошлого года многократно представители Запорожской области регулярно посещали различные мероприятия Российского исторического общества, в том числе. Вот первое мероприятие мы провели в ноябре прошлого года. Это был круглый стол по истории Российского Причерноморья, куда как раз приезжал наш коллега Жиряков Константин, преподаватель университета Мелитополя. А впоследствии, в декабре, как многие из вас знают, я знаю, что здесь находятся люди, которые были на этом мероприятии, школа молодого историка в городе Тула, у нас есть представитель Тульского государственного университета, где это проходило, там было уже 4 представителя Запорожской области. Уважаемые коллеги, мы говорим вроде бы о небольших таких цифрах, да, 1-4 человека, но на самом деле это очень сложная логистическая задача, я по себе знаю, и нашей команды, наша команда молодежного клуба и организаторов школы историка трудилась над тем, чтобы наладить, скажем так, доставить ребят, наладить логистику из Мелитополя через Крым, на поезде из Крыма в Москву, из Москвы в Тулу. Это все очень такие сложные, нелегкие процессы. Ребятам, которые к нам едут оттуда, приходится оставлять образовательный процесс, преподавательскую деятельность на определенное время, это тоже сказывается на местных студентах, потому что у них, соответственно, не достает каких-то пар. И несмотря на эти сложности, ребята ездят, это идет в прогрессивной такой прогрессии все происходит, то есть ребята ездят чаще, ездят больше, и мы надеемся на такую динамику, на ее развитие. И, конечно же, мы надеемся рано или поздно провести, возможно, в текущем году, ну, тут еще надо думать, все тщательно готовить, мероприятие с приглашением
молодых людей, молодых историков с Российской Федерации, с территории Российской Федерации, назовем это так, с континентальной, да, на территорию Запорожской области, Мелитопольский государственный университет. Я думаю, что многим будет это интересно, полезно, многие смогут поделиться своим опытом, обменяться практиками с историками Запорожской области, наладить контакты, навести мосты, так сказать, и продолжать взаимодействовать по профессиональной линии. Вот буквально недавно работал в Госархиве Российской Федерации в ГАРФе, и попался мне интересное дело как раз-таки по оккупации Запорожской области. Вот коллеги Константину образы эти сразу были направлены. Так что взаимодействие между историками, оно имеет практическое значение, всех призываем к этому. Константин, на связи? Так, мы не слышим, Константин пытается сказать. Ну, я думаю, что в конце заседания тогда, если будет еще время, то соединение, возможно, наладим и получится прокомментировать. Уважаемые коллеги, подобная поездка имела действительно очень значимый прорывной опыт, потому что о поездке, о молодежном клубе Российского исторического общества написали и показали эту поездку в крупных федеральных СМИ, в пабликах, каналах. Это очень значимо. И что лично я подметил, это позитивный комментарий, позитивная реакция у других молодых ребят, это те же лайки, репосты, комментарии, повторюсь, о том, что дело нужное, важное и значимое. И это значит то, что ребята наши, Мелитополя, они не одни. Вы, коллеги, Константин, кто с нами на связи, можете в этом убеждаться раз за разом. Мы будем всячески это показывать. Ребята не одни, и им оказывается поддержка не только вот такими поездками, форумами, мероприятиями, но и чисто моральная. То есть такое историческое, молодое историческое сообщество показало в этом плане единство. Это очень, конечно, отрадно и очень значимо для развития дальнейшего взаимодействия и интеграции этих регионов, в том числе на уровне молодых историков, в общий контекст, назовем это так, в общий контекст Российской Федерации. Коллеги, я закончил. Спасибо за внимание. Константин, если получится подключиться в конце, то будем рады также за небольшой комментарий. Дорогие друзья, да, Александр Григорьевич. Два слова буквально добавлю к тому, что сказал Иван Александрович. Поддержка историков Новороссии, поддержка исторического сообщества Новороссии – одна из приоритетных тем Российского исторического общества. И мы в текущем году продолжим мероприятия, направленные на помощь нашим коллегам, направленные на то, чтобы они как можно быстрее вливались в общероссийское историческое сообщество. И те мероприятия, которые проводит молодежный клуб, в этом отношении особенно важны. Поэтому я думаю, что обязательно надо будет провести вот тот образовательный десант с молодыми коллегами, о котором мы говорили. Ну а мы продолжим нашу обязательно лекционную программу как в Мелитополе, так и в других городах. Спасибо. Спасибо, Руслан Григорьевич. Мы примем это как задачу для молодежного клуба подготовить, согласовать с коллегами, со всеми структурами компетентными такой десант. Это будет наша задача. Уважаемые коллеги, развивая тему взаимодействия молодых историков, не только географическую, но и возрастную, для нас очень значимо, что мы активно сотрудничаем, взаимодействуем. Как сказал Руслан Григорьевич в самом начале, что на открытии молодежного клуба присутствовал министр науки и высшего образования, поддержал нас и так далее. Много было теплых слов сказано, и поддержка ведется до сих пор. Но и Министерство просвещения Российской Федерации также включается в процесс взаимодействия и с Российским историческим обществом, и с молодежным клубом РИО. И сегодня здесь, за нашим столом, находится Михайлов Сергей Сергеевич, куратор объединения «Сила в знании», начальник отдела креативных разработок Департамента продюсирования проектов, дирекции общественных проектов Центра просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации, с которым также уже ведется плотная работа, с объединением «Сила в знании», в которую входит большое число школьников, ребят заинтересованных, которые хотят поступать, в том числе, я знаю, на исторические специальности. И я думаю, что это очень благоприятная, плодотворная почва, на которой можно взращивать новые поколения историков. Что ж, Сергей Сергеевич, пожалуйста, вам слово.
Благодарю вас. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Сейчас на экране будет запущена презентация, которая облегчит восприятие. Начать хочу со слов благодарности, в первую очередь, за приглашение меня и делегации наших активных участников. Очень отрадно, что Молодежный клуб Российского исторического общества взял на себя столь важную миссию по созданию доступной и открытой организации, которая способна объединить студентов, магистрантов и аспирантов-историков в решении возникающих проблем и в том числе в процессе дальнейшего трудоустройства. Эта миссия очень важна и схожа с тем, чем занимается детско-юношеское объединение «Сила в знании». Здесь у нас много общего, и уже сейчас мы видим ту тенденцию партнерских отношений, которую стоит развивать. Ну, в первую очередь хочется сказать, что не в студенческие годы определяется дальнейший жизненный путь, а все-таки на школьной скамье ребенок выбирает интересные ему предметы, интересное направление и специализацию уже в школе, и наша глобальная задача – помочь ребятам подросткового возраста, юношам, выбрать этот жизненный путь и поделиться этим со своими товарищами, в том числе рассказать с точки зрения уже выпустившихся из школы, поступивших в вузы, о том, какая жизнь может ждать далее. Ну, собственно, наша история вообще начинается, прошу прощения за тавтологию, среди ребят, которые были увлечены историей. Начало специальной военной операции вывело на новый уровень мировоззрения детей и молодежи. Появился запрос на борьбу с фальсификацией нашей истории, вывело на новый уровень мировоззрения детей с точки зрения борьбы за честь и достоинство нашей страны. И подобный вызов вылился в апреле прошлого года в проведение в Москве крупного всероссийского форума под названием «Сила в правде». Форум стал той площадкой, которую собрал в Музее Победы 486 школьников с 35 субъектов нашей необъятной Родины. И отрадно, что мероприятие прошло при поддержке первых лиц государства, в том числе Сергея Кириенко, Владимира Мединского, Сергея Кравцова. То есть это те люди, которые напрямую пообщались с детьми, рассказали о том, что происходит, и услышали запрос от самих ребят в этом процессе находиться не просто зрителями, но и в том числе активными участниками, потому что понимали, что все, что связано с фальсификацией, было в первую очередь ориентировано на молодое поколение. Не будем скрывать, что в Украине, начиная с 2014 года, происходила именно активная проработка как раз ребят от 14 до 18 лет. И вот проведение этого форума стало такой невероятно важной и интересной точкой старта. Ну и, собственно, про сам форум, если говорить, здесь важно отметить, что организационный процесс строился не только взрослыми, но и с активным привлечением как раз детской аудитории, которые выбирали те треки, выбирали те направления и те активности, которые были интересны и необходимы конкретно ребятам. Это очень важно. И форум, который проходил в течение 3 дней, закончился очень интересными результатами. Ребята вышли с конкретными предложениями по совершенствованию системы преподавания истории в школах и с предложением о создании детско-юношеского объединения «Сила в правде», которое помогло бы ребятам не только в рамках одного мероприятия вести эту работу, но и на системной основе взаимодействовать с другими регионами. Отдельно хочу сказать, что сегодня в зале с нами находятся те ребята, которые были у стоков этой организации, прошли уже почти целый год и тоже могут делиться, рассказывать о том опыте, который дал им участие в данном форуме. А можно помочь с презентацией, переключением? Угу. Спасибо. Ну и, собственно, форум дал начало ряду мероприятий, на которых первые лица страны активно общались. Мероприятия проходили и в Российском историческом обществе. 11 мая прошло невероятно важное для нас событие. Это встреча в историческом парке «Россия. Моя история», где непосредственно министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов передал активисту объединения «Сила в правде», уже созданному на тот момент, собственно, с этой даты мы берем свое начало, меморандум о поддержке создания данного объединения. Что важно отметить, что помимо Министерства просвещения создание данного объединения поддержали такие крупные игроки нашей страны, как Российское историческое общество, Военное историческое общество, Российское общество знания, МПГУ и другие организации, которые отвечают не только за сохранение истории, но и в том числе за
взращивание настоящих патриотов, ориентированных на деятельностный подход. Это невероятно важно, и это отличает тех ребят, которые уже впоследствии к нам присоединялись. Положительный опыт работы объединения «Сила в правде» послужил точкой старта для создания подобных объединений и для ребят из других направлений, потому что да, тот же самый форум, он собрал не только ребят, увлеченных историей, но и ребят, у которых в разной степени развит интерес к другим специальностям. То есть нельзя говорить о том, что история ограничивается все. У нас есть физики, у нас есть географы, химики, которые также активно вовлечены в процесс изучения своих дисциплин, и в том числе с точки зрения истории. И это послужило точкой старта для создания в ноябре прошлого года, прошу, следующий слайд, новых направлений объединения. То есть на тот момент это были отдельные объединения, и они открыли возможности для ребят, увлеченных русским языком, литературой, физикой, робототехникой, географией, биологией, химией, абсолютно всеми школьными предметами. Опять же, положительный опыт работы этих объединений в связке друг с другом послужил важной вехой в развитии. Это 26 января текущего года у нас состоялась учредительная конференция «Сила в знании». Прошу следующий слайд. На котором также приняли участие первые лица нашей страны. Стоит также отметить, что принимали участие и руководители Российского движения детей и молодежи, что показывает уже значимость и высокую оценку нашей работы. Ну и уже непосредственно про структуру объединения, для того, чтобы было понимание. У нас все-таки мы не ограничиваемся только школьниками. Здесь важна работа старшего поколения, тех людей, которые глубже разбираются в предмете, которые являются учителями в школах, вот те заряженные на продуктивные результаты, на качественную работу со школьниками, педагоги, которые также вовлечены в эту работу и активно нам помогают. Хочется чуть больше сказать про результаты, которые уже достигнуты, потому что у нас уже совсем скоро как год нашей активной деятельности. По цифрам, на данный момент в объединении входит 309 человек. Здесь заострю внимание. Важный момент, отличающий нас от других объединений и организаций, которые существуют на данный момент, это ориентированность на качество и на личное взаимодействие абсолютно с каждым участником, чтобы ребята не выпадали из процесса, чтобы каждый мог найти для себя что-то интересное новое. География достаточно обширная, у нас 39 регионов охват, где-то это и по несколько человек. В Москве, так как это все-таки точка старта нашего объединения, ребят, участников гораздо больше. И на данный момент мы имеем 5 региональных кураторов. Это преподаватели школ, которые активно вовлечены в нашу работу. Следующий слайд. Если говорить непосредственно про мероприятия, у нас их прошло уже 62 абсолютно различного уровня. Это и онлайн-формат мероприятий взаимодействия с учителями года, с педагогами разных категорий, в том числе и преподавателей вузов. Из такого самого масштабного яркого, наверное, что стоит отметить, в ноябре прошлого года у нас прошла первая тематическая смена, как раз для историков. Смена называлась «Сила в правде», которая объединила 150 ребят со всей нашей страны, из абсолютно каждого федерального округа. В течение 21 дня ребята во Всероссийском детском центре «Орленок» изучали историю подвига молодогвардейцев, создали абсолютно уникальные документы, созданные ребенком для ребенка, что очень важно. То есть те материалы, которые были после смены разосланы по школам. И здесь, наверное, важный такой переход к тому, все-таки, чем отличается данное объединение и чем отличаются эти ребята. Они делают просветительский продукт при помощи, несомненно, педагогов, более старших товарищей, но при этом ориентированный на сверстников, что делает максимально доступным и интересным этот материал для своих товарищей. Ну и подходя к завершению, да, вот хочется отдельно отметить, насколько мне известно, у Молодежного клуба Российского исторического общества активно ведется работа, связанная с медийной повесткой, то есть как раз формированием интересного исторического контента. Вот наших активистов, партнерские организации, такие как Институт воспитания РАО, например, активно привлекают к таким событиям, как открытые уроки, посвященные тем или иным историческим темам. Это очень важно, потому что в данном формате ребенок не просто приходит к говорящей головой и рассказывает какую-то историческую повестку, приуроченную к какому-то либо мероприятию, а непосредственно
проникает в процесс общения с профессиональными историками, которые помогают при формировании сценариев, оказываются на тех местах, где ранее проходили важнейшие для нашей страны исторические события. Вот, например, на первой фотографии вы можете видеть Бородинское поле. То есть это были в сентябре съемки, посвященные 210-й годовщине Бородинского сражения. Такие темы, как 350-летие Петра I, 115-летие Сергея Михалкова. И вот к этим событиям ребята привлекаются, и они становятся уже на школьной скамье, получают невероятный опыт, который помогает им, выходя в студенчество, становиться, ну, скажем так, более конкурентоспособными, потому что они не ограничиваются школьными учебниками, тетрадками, какими-то материалами, которые им дают учителя, а выходят за вот эти рамки. И в контексте как раз нашего, надеюсь, будущего плодотворного и активного взаимодействия с молодежным клубом Российского исторического общества, хочется, наверное, самый важный посыл сделать, что на 23-й год у нашего объединения два самых важных вектора развития. В первую очередь, это региональная повестка, потому что очень хочется, чтобы те возможности, которые есть у ребят Москвы и Московской области, несомненно, их гораздо больше, чем в регионах, дать эти возможности ребятам, и в том числе молодым педагогам, учителям школ по всей нашей необъятной родине, для того, чтобы вот они могли расти и развиваться в этом направлении. Ну и второй вектор – это наставнический трек, потому что мы понимаем, что конкретно вот даже по нашему опыту есть ребята-историки, которые увлечены вот отдельной темой, например, Петр I, например, Бородинское сражение. Они уже исчерпали тот лимит знаний, который есть у их учителя, тех материалов, и им хочется больше. И вот здесь как раз участники молодежного клуба Российского исторического общества с большим опытом, с большей базой научных знаний могут помогать и выступать вот такими наставниками для школьников. И здесь получается очень интересный взаимовыгодный обмен, потому что студент 3-4 курса, он уже по сути своей берет на себя роль наставника, педагога и получает хорошую практику и хорошего практиканта, которого он может дальше подтягивать до уровня студента ведущих наших вузов страны. Ну и сами школьники, несомненно, помимо получения знаний, им удается в этот момент выстраивать профессиональную траекторию. Потому что, общаясь непосредственно вот со сверстником, с человеком, который на 3-4 года тебя старше, узнать от него про конкретную специальность, про конкретный вуз гораздо проще и легче, чем узнать это, например, в рамках приемной кампании. Это очень важно. И, наверное, в завершении хочется сказать, что вот эти совместные результаты, которые мы сможем достигнуть при совместной работе, мы можем освещать на информационных ресурсах Министерства просвещения Российской Федерации, что тоже немаловажно. Потому что для регионов очень важно подсвечивать тех и студентов, и учителей, и школьников, которые пытаются развивать свой интерес и доносить до своих сверстников вот эти интересные моменты исторические из других дисциплин, которые в общей повестке, к сожалению, теряются. На этом я хочу закончить свое выступление и поблагодарить еще раз организаторов за приглашение нашей делегации на столь важное мероприятие. Спасибо. Большое спасибо, Сергей Сергеевич. Очень значимо тоже для нас, что выстраиваем такую цепочку очень интересную и, мне кажется, очень профессионально получается от школы в вуз и с последующим формированием молодого ученого или же специалиста. Я думаю, что такое взаимодействие будет не просто важно для наших организаций, важно для людей, для ребят молодых, для школьников, для студентов, которые, соответственно, студенты могут становиться аспиранты, магистранты, кураторами у школьников, нарабатывать педагогический опыт. Ребята, школьники могут учиться новому, получать знакомства, знания, связи. Это тоже очень полезно и значимо. Слишком много слова значимо, но это правда. И, конечно, такое сотрудничество будем развивать дальше. И сегодня еще у ребят предстоит интересная экскурсия по Дому Российского исторического общества, куда всех приглашаю, но это после нашего заседания. А мы, коллеги, продолжаем нашу работу в рамках заседания. И наш следующий докладчик Решетников Степан Владимирович, аспирант Института российской истории Российской академии наук, автор и режиссер фильма «Голоса Лерона». Скажу так, что Степан Владимирович работал со своей командой ребят над этим фильмом много лет, и лично я считаю, мое мнение, Степан Владимирович, могу озвучить, что именно такой формат работы, когда ты не сдаешься и не
отступаешь из-за каких-то объективных либо субъективных препятствий, возникающих на пути, и занимаешься своим делом, которое тебе интересно, которое ты знаешь, которое тебе нравится. Это яркий пример того, как нужно действовать и развиваться настоящему профессионалу. Поэтому, Степан Владимирович, пожалуйста, вам слово про фильм и, возможно, кусочек нам покажете еще. Спасибо большое за приглашение. И для начала хотел бы я показать тот самый эпизод из фильма, чтобы вы могли видеть на этом вот, на примере, что из себя представляет наша работа. И он отошел, делая там это посмотреть. Если не знаешь, ничего не найдешь. Ну. Et là, on... qu'est-ce que c'est, cette espèce de petite maison là? Une aération ou une cheminée, mais j'opterai pour une aération. Des blocos, possible. Ouais. C'est vite, c'est un... Bon, il y a deux gros blocos là, dans les domaines privés. Mais c'est une chasse, non? C'est un dva. Non. Et là aussi, il y en a un. Ouais. Là, ils ont mis une tente à côté du blocos. Et là, l'endroit de la grande explosion, c'est où? On peut y aller quand même. Pardon. Par là? Здесь Антоненко и Серышев Николай устроили взрыв склада оружия, пороха, снарядов, там всего. И значит, здесь был такие бункера, которые это держали. И они, значит, это долго думали, как. И потому что это не всегда доступно, найти нужно заранее и так далее. И они, в общем, устроили очень длинный шнур. А я присутствовал при разговоре Серышева с отцом. Разговор был такой. Значит, Володя, я сооружу длинный-длинный фитиль, который будет тлеть, не испуская никакого дыма. А во время своего дежурства на складе я подожгу его с дальнего конца и уйду. Через 20 часов, как начнется взрываться, как пойдет взрываться, а у меня алиби. Отец, ну как же это можно такое сделать? А очень просто. Я свое дело знаю. Я инженер-химик. И так и случилось. Значит, этот шнур долго-долго горел, и они смогли, значит, удалиться, убежать. И это взорвалось. Видите, это было над бункером. Это, значит, такая крыша, наверное, с какие-то пушки или пулеметы, не знаю что. И это все полетело. И видите, здесь стена бункера оторвало, и тут действительно понимаешь, что это какой взрыв был. Конечно, это очень, наверное, меня трогает. И я жалею, что Вадим Андреев и Сосинский, и Алексей, который мечтал бы с нами, но не мог, у него большие проблемы, что уходить, он не смог даже сюда дойти. Вот, так что я за них, и меня это очень трогает, да. Да. Спасибо. Фильм посвящен малоизвестному эпизоду объединения советских военнопленных и русских эмигрантов на французском острове Олерон в годы Второй мировой войны. И это объединение поспособствовало тому, что остров Олерон фактически был освобожден
советскими военнопленными одновременно с высадкой союзников. И в центре сюжета этой истории, вот вы видели, это почетный профессор Сорбонны Егор Даниилович Резников, который родился во Франции, всю жизнь там прожил, но при этом связал свою жизнь с Россией как потомок русских иммигрантов, и в 20-м году даже получил почетное российское вот гражданство. И второй — Алексей Брониславович Сосинский. И здесь мне бы хотелось бы отметить, что именно вот то, что сейчас вот продвигает российское историческое общество, ту идею, что историк — это универсальный аналитик, так по сути и случилось. И на примере нашего фильма, как это вот звучало бы необычно, именно научная исследовательская работа стала основой для сценария. И фильм, он основывается на личных архивах Вадима Андреева и Владимира Сосинского. Владимир Сосинский – это тот иммигрант, который и организовал сопротивление на острове Алерона из советских пленных. И уже в качестве вот моей работы как историка, уже после знакомства с этими документами и после написания суммарно 4 статей, только и вот появился тот самый сценарий. Основой стала вот эта вот публикация в ваковском журнале, которая, к счастью, тоже успела войти в Скопус, и благодаря этому вот со стороны уже Франции я тоже получил от историков французских сведения, которые дополнили очень в качественном плане наш сценарий, на котором мы работали довольно долгое время. И здесь мне бы хотелось бы особенно отметить, что у нас был принцип с нашей съемочной командой — это сохранить документальность фильма. Это заключено было в том, что сценарий основывается на реальных документах, на фактах, и мы хотели сделать как бы не монтажный документальный фильм, а сделать такую личную историю, эмоциональную, которая могла бы отразить тот самый вот феномен объединения разделенного русского народа по политическим и идеологическим причинам на далеком французском острове. И наш фильм состоялся тоже отчасти при информационной поддержке как российского исторического общества, так и при организационной поддержке Русского дома науки и культуры, которые включились в нашу работу. И в сентябре прошлого года, несмотря на всевозможные санкции со стороны Евросоюза, мы смогли организовать эту съемочную экспедицию и добиться самих съемок. И наш метод, на мой взгляд, он позволил раскрыть наших героев. И мы видим, как вот представители французской научной школы в лице Егора Даниловича Резникова, так и Алексея Брониславовича Сосинского, его двоюродного брата, уже представители российской научной школы, мы очень хотели как-то их раскрыть, как эта история на них повлияла и почему людям далеким, скажем так, по своему вот профессиональному роду от истории, эти события очень важны и почему они тоже вместе с нами так хотели, чтобы этот фильм состоялся. Насчет съемочного процесса на Алероне, то мы использовали следующий метод съемки. Я думаю, что это было бы очень вот интересно озвучить. Мы разведывали локацию, определяли с нашим оператором-постановщиком Никитой
Никитой Билаем точку съемки, и мы как бы не заставляли нашего героя говорить по сценарию, как это иногда делается. Мы давали герою жить в кадре. И благодаря этому воспоминания, те слова, которые вы видите, они документальны. И они позволяют отчасти реконструировать эту историю уже в новом таком плане, в документальном, потому что нам очень было важно, чтобы история не была тяжелой для восприятия, и при этом, опять же, сохранить эту вот эмоциональность, эту детские воспоминания, сохранить тот самый дух, атмосферу острова. И герой, находясь на локации, связанной с его детством, он открывал для нас неожиданные вещи, о которых я сам не знал. Также одним из инструментов повествования стал альбом, который как бы для наших героев был неожиданностью в том плане, что им хорошо за 80, и многие свои детские фотографии они уже давно забыли или там давно не видели, и то, что они впервые во время съемок их увидели, позволило нам зафиксировать новые как бы воспоминания, новые их эмоции, неизвестные для нас. Также мы постарались передать атмосферу острова, потому что для французов эти все вот укрепления, бункеры, на которых находили советские военнопленные, ничего не значат. И для них это такой объект для туризма, а для наших героев это очень многое значит, потому что это их личная семейная история, которую они рассказали впервые 75 лет. И мы хотели, чтобы наш герой, Егор Данилович Резников, жил на локации, чтобы его воспоминания были настоящими. Заключение. Так, следующий слайд. Пожалуйста. В заключение мне бы хотелось бы сказать, что историк действительно является универсальным аналитиком. И мы способны выступать свободно в других как бы направлениях, используя свои научные исследовательские наработки. И это тот вот самый плюс, который, я считаю, нужно нам активнее использовать, потому что то, что мы с вами видим как вот профессионалы, это очень сильно выигрывает по сравнению с иными жанрами. Так, дальше. И научное исследование может, например, выльется в документальное, потому что я, когда вот исследуя эти все документы, я понял, что, ну, напишу я несколько статей и прочитаю их вот профессионалы, ну, как вынести эту историю на широкую публику? И я понял, что невозможно сделать это не иначе, как по методам съемки документального кино, так как ваше научное исследование, оно может как реконструировать саму память, сохранить эти достоверные факты и вашу проблему как бы сподвигнуть среди ваших сверстников и обнажить важную социальную проблему, которая так бы и могла бы, например, остаться в научной статье, которая имеет отношение к довольно узкой теме. И это подобные проекты могут мотивировать студентов, школьников к получению исторического образования. И в конце я бы хотел бы поднять очень такую важную тему, на мой взгляд, важно ее осветить. Дело в том, что сейчас от нас уходят последние потомки
первой волны русской иммиграции, их дети по понятным причинам уже не в нашей культуре, и несмотря на все санкции, на все возможные преграды, я считаю, что очень было бы важным нам, молодым историкам, объединиться с специалистами, с документалистами в том числе, и начать ту самую работу по фиксации их памяти, по собиранию этих архивов из-за рубежа или, допустим, даже из личных архивов из России для передачи в специализированные вот учреждения и проводить вот интервьюирование с этими людьми, потому что это последний мостик, который, по сути, связывает нас с той дореволюционной Россией, тот мостик, который, к сожалению, вот истощается. И такая работа могла бы не только расширить саму архивную базу, но и позволить историкам проявить в полной мере свои аналитические навыки и завести новые сотрудничества, которые расширяют нашу историческую школу, скажем так. Спасибо. Спасибо большое. Да, аплодисменты, коллеги. Степан Владимирович, вопрос сразу у меня. Где можно посмотреть фильм? Да, фильм на самом деле доступен в сети ВКонтакте, также он доступен на онлайн-платформе Кинопоиск, и я скажу, что я скептически вначале относился к тому, сколько будет зрителей у нашего кино, но, к счастью, на примере фильма «Дом русского зарубежья» почти все места были заняты, и люди приходили совсем не историки, было очень много молодежи, и вот по нашим данным наш фильм уже суммарно собрал на онлайн-платформе на Кинопоиске уже более 100 тысяч просмотров, что для маленького на самом деле авторского документального кино очень внушительные цифры. И я вижу, что все-таки это было все не зря, наши старания, потому что потребность такую в подобном рода документальном исследовании я увидел. Спасибо. Ну, коллеги, собственно, надо увеличивать количество просмотров не ради просмотров, а потому что фильм очень интересный, и мы его, разумеется, рекомендуем. Заходите на Кинопоиск, ВКонтакте, посмотрите обязательно полностью картину. Спасибо, Степан Владимирович, еще раз за выступление, за интересный Спасибо. Доклад. Мы переходим дальше, наша работа движется, и у нас есть еще один яркий, интересный пример, как молодой человек, молодой историк может и реализует себя в профессиональном плане достаточно творчески. Творчески, научно, да, и не только на студенческой скамье, не только на занятиях, но и в академической среде. И с нами на связи сейчас находится Попов Денис Александрович, студент 4-го курса Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета, который поделится докладом о том, как он создавал, как он писал свою монографию «Финский излом. Финская интервенция в Карелии в 1918-1922 годах. Первый том от Кеми до Тарту». Денис Александрович, добрый день, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие коллеги, меня слышно? Да. Отлично. Для меня очень большая честь сегодня выступать перед такой аудиторией, то есть презентации книги уже проходили, но проходили они больше для, скажем так, широкой аудитории, да, для любителей, и поэтому это первая презентация моей монографии перед профессиональным научным сообществом, что для меня, конечно, крайне важно, и для меня это большая честь. Действительно, книга вышла в конце прошлого года, в декабре 2022 года, в издательстве Военного музея Карельского перешейка, это музей в городе Выборг, который как раз-таки посвящен событиям советско-финляндских отношений и конфликтов, и наверное, сначала стоит немного сказать про саму книгу, чему она посвящена. Соответственно, книга посвящена первому этапу белофинской интервенции в Карелии. То есть, я думаю, вы все в курсе, что север России стал кровавой ареной гражданской войны в России. Там всколыхнулись интересы различных держав. В первую очередь, конечно, стран Антанты, Англии, Франции. Но
помимо англо-французской интервенции, интервенции союзников, на территорию Карелии также, на территории Карелии также происходила интервенция Финляндии, совсем недавно ставшей независимой. В Финляндии эти события именуют Хеймасодат, племенные войны. То есть они так говорят, потому что, по их мнению, они шли спасать Карел от большевизма, от иго большевизма, от иго русских. Вот. В советской историографии же эти события именуются Белофинской интервенцией в Карелии. Мне кажется, что этот термин наиболее подходит для описания этих событий. И нужно отметить, что вот эта вот интервенция, она шла в два этапа. Первый этап, которому посвящена книга, это этап с 1918 по 1920 год. Собственно говоря, книга называется «От Кеми до Тарту», потому что на Кем было первое нападение финских интервентов, а в Тарту 14 октября 2020 года был подписан Тартуский мирный договор между Советской Россией и Финляндией. Но затем был и второй этап интервенции, это то, что в советской историографии называли «Карельской авантюрой», сейчас это чаще называют «Карельским восстанием». И, собственно говоря, про эти события я планирую написать второй том этой книги. В принципе, работа уже начата, но думаю, что летом начнется самая активная фаза этой работы. В рамках первого этапа финской интервенции финны, в принципе, не добились никаких особых результатов, за исключением захвата двух пограничных волостей, волости Ребалы и волости Парасозера, но по итогам Тартуского мира эти волости перешли в состав Советской России, то есть за Финляндией они закреплены не были. И, собственно говоря, если говорить про книгу, тема эта крайне малоизученная, просто крайне малоизученная, потому что событиям интервенции Антанты посвящены монографии профессора Северного Арктического Федерального Университета Голдина, то есть интервенция союзников в нашей историографии изучена. В то же самое время финская интервенция получила крайне ограниченное освещение в отечественной историографии. В советское время выходили различные монографии, здесь в первую очередь три автора, это карельский ученый Иосиф Иванович Сюкияйнин, московский ученый Виктор Михайлович Холодковский и карельский ученый Виктор Иванович Машизерский. Но вот эти вот монографии советские, они в основном рассматривали политическую сторону вопроса, то есть дипломатическое противостояние, деятельность партии и политических организаций, в то же самое время военная сторона вопроса практически не рассматривалась, то есть сложилась такая интересная ситуация, что советские читатели и российские читатели теперь знали про политическую подоплеку событий, про то, какие партии выступали за интервенцию, какие против, как шла подготовка к интервенции, но боевым действиям посвящалась буквально одна-две страницы, то есть как бы детально боевые действия никто не рассматривал. И, собственно говоря, именно я себе поставил цель рассмотреть военную сторону вопроса, то есть ход боевых действий, хотя, конечно, не забывая и про политическую сторону тоже. И здесь, конечно, основу книги составили документы Российского государственного военного архива в Москве, РГВА. Там мною было обработано больше 200 архивных дел, даже, наверное, 250, ну, в общем, больше 200 архивных дел. Работа шла это очень долго, но я думаю, она принесла свои результаты. Что касается того, как вообще книгу я писал, идея этой книги мне пришла еще в далекие школьные годы, в 15 году, когда Баир Аренчеев, вот тот самый выборгский историк, директор военного музея Карельского перешейка, в личном разговоре мне рассказал про вот эти вот племенные войны, я понял, что я про них ничего не слышал, и понял, что это нужно изучать. И, в принципе, с 15 года началась работа над книгой, то есть сначала нужно было собрать всю имеющуюся литературу, в интернете литературы на эту тему практически нет, то есть нужно было работать в библиотеке имени Ленина, там фотографировать книги. В принципе, в целом у меня было больше 9000 фотографий различных страниц книг после моей работы в библиотеке имени Ленина, а также в библиотеках Выборга, Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Ну а когда была собрана вся литература, нужно было написать каркас книги на основе литературы, он и был написан где-то к середине 2019 года. Ну а после этого уже началась кропотливая архивная работа, чтобы собрать вот то самое, условно говоря, архивное мясо, которое на этот каркас нужно было нанизать. И архивная работа, конечно, затянулась. Длилась она 3 года, но удалось поработать с документами петрозаводских архивов, Российского государственного архива, военного архива в Москве, Российского государственного архива военно-морского флота в Санкт-Петербурге, Государственного архива Мурманской области в Мурманске, ну и в различных ведомственных архивах нашей республики, Республики Карелия. Ну и вот к концу прошлого года книга была полностью написана, вернее, как написано, она была даже к началу прошлого года, просто была издана в конце прошлого года, и, собственно говоря, начался самый сложный этап, это книгу опубликовать.
Действительно, здесь возникает много проблем, потому что молодым авторам вообще сложно публиковаться. Причем я общаюсь с филологами нашего университета, они говорят, что даже художественную литературу молодых авторов тоже особо не публикуют. То есть тут проблема не только научной литературы, да, но и художественной в том числе. И, соответственно, я предложил нескольким издательствам книгу публиковать, я не буду говорить название этих издательств, оба издания отказали. Одно издание отказало тем, что книга слишком научная, ее никто не будет читать и покупать. Другое издательство отказало, мотивируя тем, что у нас нет денег, что выросли цены на бумагу, поэтому денег издавать нету. Вот. Ну и тогда, собственно говоря, Баир Ринчеев, с которым я очень давно знаком, предложил мне издать книгу в своем издательстве, в издательстве Военного музея Карельского перешейка. То есть здесь изданию книги мне помогло то, что вот с Баиром Ринчеевым я знаком очень давно, тоже со школьных лет, и я в качестве волонтера длительное время работал в его музее, летом 2016, летом 2017, летом 2018 годов. И вот буквально на ноябрьские праздники тоже ездил туда, скажем так, волонтерить в музее. То есть вот именно личное знакомство, оно обеспечило возможность издания книги. Но проблема была в том, что у издательства Военного музея Карельского перешейка тоже не было денег на издание книги. И тут, собственно говоря, меня поддержали и очень порадовали мои читатели, потому что Баир открыл предзаказ на книгу. То есть можно было заплатить деньги, сделать предзаказ, а после издания книги она бы пришла покупателю. И за буквально полторы недели было сделано больше 200 предзаказов на книгу. Причем предзаказы шли далеко не только из регионов северо-запада нашей страны. Были заказы из Дальнего Востока, из Сибири, из Москвы. То есть в целом аудитория книги оказалась гораздо более широкой, чем я думал, потому что мне казалось, что карельская тематика в основном интересна исключительно к читателю карельскому, ну или как минимум, как максимум северо-западного федерального округа. Соответственно, было сделано больше 200 предзаказов, часть денег там я как-то помог, Баир помог, в общем, к концу прошлого года книга была издана. И нужно отметить, что действительно это монография, у книги два рецензента, один из них это директор института, в котором я обучаюсь, доктор исторических наук, профессор Сергей Геннадьевич Веригин, крупнейший специалист по истории советско-финляндских отношений и конфликтов сейчас, а вторым рецензентом выступил доктор философии, академик из Москвы Игорь Владимирович Волосков, то есть вот два рецензента у книги, книга вышла. И, в принципе, она неплохо продается сейчас. В частности, вот, например, была презентация в Питкяранте. Это такой маленький городок на берегу Ладожского озера. И вот в этой презентации в Питкяранте было приобретено больше 30 книг. То есть, действительно, читателям эта тема интересна. И это, я думаю, именно вследствие того, что какой-то полноценной литературы на тематику финской интервенции не выходило. То есть, действительно, после уже распада Советского Союза вышла только одна книга на эту тему, а двух российских историков, которые предпочли работать в Финляндии, сейчас являются работниками финляндских вузов. Книга весьма интересная, но мне кажется, что она довольно-таки ангажированно рассматривает эти вопросы. Поэтому в своей книге я постарался отойти вообще от каких-либо оценок, потому что все-таки здесь в случае с финской интервенцией сложно даже говорить о гражданской войне, потому что это было масштабное наступление финнов с целью захвата Карелии, то есть, по сути, это была первая финская экспансия. И Красная армия, красноармейцы, они выступили на защиту рубежей нашей республики, хотя понятно, что в условиях гражданской войны была полная неразбериха, поэтому с финнами там воевали далеко не только красные, воевали там и местные жители, которые сами объединялись в какие-то полупартизанские отряды. Воевали и финские коммунисты, которые бежали из Финляндии после поражения в гражданской войне. Потому что в Финляндии тоже шла гражданская война, которая закончилась в мае 18 года победой белых финнов. То есть, собственно говоря, здесь в Карелии была такая сборная солянка из различных частей. И тут были и англичане, и французы, и китайцы, и финские коммунисты, и финские белогвардейцы, и красные, и русские белогвардейцы, и карельские сепаратисты, и карельские большевики. В общем, здесь было очень много различных сил, которые так или иначе преследовали какие-либо свои интересы. Но основной, конечно, конфликт шел между Советской Россией и Финляндией. И как я повторюсь, что целью финнов был захват Карелии, то есть это была полноценная военная экспансия. Вот, ну и что хотелось бы сказать, действительно, молодому автору очень сложно публиковать какую-то работу крупную, научную. И здесь, конечно, мне кажется, самый лучший способ это исправить, это выигрывать гранты, потому что помимо вот работы над темой финской интервенции, гражданской войны в Карелии, я сейчас с коллективом ребят из Петрозаводска, моих друзей, тоже студентов Института истории Петрозаводского государственного университета, мы вот уже второй раз выиграли грант главы Республики Карелия,
И в рамках этого гранта мы, кстати, занимаемся не темой гражданской войны. Гражданская война – это, скажем так, моя, как сказать, личная тема, да. А в рамках гранта мы занимаемся финской оккупацией Карелии в годы Великой Отечественной войны. То есть именно концлагерями, оккупацией, военными преступлениями. И, собственно говоря, вот мы сейчас выиграли второй грант. В рамках этого гранта мы планируем написать тоже монографию в целом по истории финской оккупации Карелии, в которой мы введем в научный оборот более 150 архивных документов, которые ранее не изучались исследователями, которые мы выявили в рамках вот нашего проекта. И надеемся, что в рамках этого гранта мы эту книгу издадим. Есть также планы отправить эту книгу как раз в недавно вошедший в состав Российской Федерации территории, потому что мне кажется, что там будет особенно ценно почитать про то, как боролись с нацизмом и фашизмом не немецкого толка, а финского толка, да. Поэтому надеюсь, что работа будет продолжаться. Спасибо за внимание, буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Денис Александрович. Ну, у нас, к сожалению, времени на вопросы нет, график очень плотный, но тот же вопрос, что и Степан Владимирович был, только в вашем случае, где можно приобрести книгу и как ее заполучить? А книга продается в интернет-магазине Военного музея Карельского перешейка, там самая выгодная цена, отправка по всей России почтой. Также книга продается, насколько я знаю, сейчас в интернет-магазине «Читай город», в интернет-магазине «Подписные издания», в интернет-магазине «Буквоед». Но самая такая выгодная цена – это вот именно в интернет-магазине Военного музея Карельского перешейка. Спасибо большое. Надеемся, что рано или поздно вы доедете до Москвы, презентуйте свою книгу еще раз. Я думаю, что это не будет проблемой на более широкую аудиторию, которую мы уже организуем. И представите несколько таких экземпляров, передадите молодежному клубу Российского исторического общества, чтобы мы ознакомливали ребят с этим трудом, с этим примером того, как молодой человек, студент, может и должен реализовывать свой профессиональный научный потенциал. Спасибо! Спасибо огромное. Всегда с радостью приеду, с радостью выступлю. Ну и книги, само собой, без проблем. Аплодисменты, коллеги. Да. Денис Александрович правильно сказал, что важной значимой мерой поддержки от государства на проекты научные и не только являются различные грантовые поддержки. И как раз-таки молодежный клуб в этом году активно начал работать по направлению грантовых поддержек различного рода, в том числе и Федерального агентства по делам молодежи. Не так давно на такой грантовый конкурс среди вузов был подан партнерский проект, цикл лекций по истории науки и техники советского периода, тема индустриализации в период СССР, технических достижений индустриализации – это одна из приоритетных тем Российского исторического общества на 2023-2024 годы. И этот проект планируется реализовать совместно и на базе с университета МИСИС, Московского института стали и сплавов. И сегодня у нас в зале присутствует Болотова Ольга Владимировна, координатор культурно-просветительских проектов Института базового образования Университета науки и технологий МИСИС, которая и расскажет нам об этом проекте. Пожалуйста, Ольга Владимировна, вам слово. Спасибо большое, Иван Александрович. Всех приветствую. Спасибо большое за приглашение. Я, в принципе, думаю, что я достаточно коротко и емко расскажу. Ну, у нас, собственно, да, возникла весной идея, чтобы сделать совместный проект с молодежным клубом историков Российского исторического общества. И мы решили, что можно было бы сделать исторический лекторий, но исторический лекторий на базе Университета науки и технологий. Вот, соответственно, если мы говорим про историю, которая рассказывается для студентов, не историков, для студентов, которые в будущем видят себя там, высококвалифицированными инженерами, разработчиками там, новейших решений для промышленных производств, да, потому что МИСИС сейчас выпускает айтишников, да, выпускает нанотехнологов, ну, то есть выпускает очень подготовленные такие сильные кадры технического профиля. Вот, соответственно,
нужно было подготовить программу, которая бы шла лицом, поворачивала бы историю, разворачивала лицом к нашему студенту. Да? Вот. И, соответственно, это задает профиль проекта, который мы планируем к реализации, да, что мы хотим рассказывать про историю промышленности, технологий советского периода, опять же, советский период, почему для нас здесь он логично выступает, поскольку история МИСИС напрямую связана с советским периодом, и у нас в этом году 105-летие со дня основания Московской горной академии, откуда берет, собственно, свои истоки университет. И его история, опять же, на протяжении всего Советского Союза очень плотно связана с историей страны, и из университета выпускались ведущие кадры для советской промышленности, которые внесли свой вклад, да, в историю. Вот, поэтому, собственно, наш посыл – это рассказывать про историю студентам, но рассказывать не в общественно-политическом, да, разрезе, а в разрезе вот таком именно история промышленности, крупных инфраструктурных проектов, судеб, истории там, ну да, это и индустриализация, это и там, может быть, там условно создание академгородка, если мы уже берем более, да, поздний период Советского Союза. И здесь мы, конечно, будем очень сильно ориентироваться на то, что у нас будет по лекторам. Я думаю, что в ближайшее время мы с Иваном Александровичем как-то рабочую группу, видимо, создадим, вот, чтобы уже формировать программу. Будем в том числе идти, наверное, от того, что у нас по специалистам будет, да, и в этом плане, наверное, можно уже сейчас озвучить, что если у кого-то есть интерес, мы всех приглашаем, с большим удовольствием посотрудничаем в этом направлении. Ну и, наверное, я бы отметила, что в целом про то, что идея родилась не просто так. Во-первых, университет сейчас активную работу проводит, да, в направлении вот этой вот связки гуманитарного образования и встройки его в подготовку вот именно инженеров, да, высококлассных. Вот, и у нас в этой осенью уже тоже на базе дисциплины, реализации дисциплины «История» уже тоже в тестовом режиме была запущена история, когда у нас студенты готовили по истории свои проекты, но они готовили, это была не общественно-политическая история, это была именно история, когда они искали темы, которые так или иначе связаны с их будущим профилем. И здесь действительно были, там, можно сказать, что какие-то даже открытий у студентов, потому что если сначала там айтишники приходили и говорили, что вы от нас хотите, да, там, о чем вообще речь, то потом они вполне себе там находили истории про советские, да, проекты, связанные с кибернетикой, там, находили там в музеях экспонаты, связанные с историей, там, ту же, там, одну из первых советских ОВМ, БСМ-6, и радостно раскапывали ее историю, радостно раскапывали историю, подтягивали, выясняли, кто это создавал, для чего, почему, и тоже вот создалась вот эта вот линия преемственности, когда появляется понимание, что это не из ниоткуда, да, сейчас у нас, опять же, тоже IT не просто так появились в 21 веке, да, то, что у этого есть предыстория, предыстория, которая тоже в том числе связана с нашей страной, а не только то, что пришло откуда-то из зарубежных стран. Вот, поэтому, да, я не перелистнула слайд, я забыла. Ну, здесь, в принципе, все понятно. Он такой общий информационный, что мы планируем это сделать осенью 23-го года на базе университета вот, науки и технологии МИСИС. Вот, собственно, это будет логично, как мы видим, встраиваться в работу, которая сейчас в целом заявлена на государственном уровне по совершенствованию, да, инженерного образования, по усилению вот, гуманитарной составляющей, логичной вот этой связки, да, усилению. Вот, ну и вот мы очень рассчитываем на экспертную поддержку Молодежного клуба Российского исторического общества. Очень хотим сотрудничать и надеемся, что этот проект будет реализован успешно. Все, спасибо большое. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Ну что ж, коллеги, действительно, держайте, как говорится, подавайте также заявки на грантовые конкурсы. Их, благо, действительно очень много и для юридических организаций, и для физических лиц. И Молодежный клуб Российского исторического общества всегда с удовольствием рассмотрит предложения по реализации молодых проектов исторической направленности для молодых историков и просто проекты молодых историков, да, например, вот как
проекты по созданию фильмов, изданию монографий и проведению различных мероприятий. Это, конечно, мы готовы рассмотреть и поддержать теми возможностями, которые у нас имеются. И, уважаемые коллеги, мы, так сказать, действуем не только в рамках различных грантовых проектов. У нас есть и авторские проекты. Некоторые из них уже реализуются, как были реализованы несколько проектов там, по трудоустройству, школа историка в Туле, круглые столы, конференции. И сегодня на площадке молодежного клуба мы хотим предложить новый проект, который мы придумали, разработали в рамках, в том числе в рамках года педагога и наставника в Российской Федерации, проект, который может заинтересовать и школьников, и студентов, и проект, который направлен на формирование молодого профессионала, молодого специалиста-историка, такой проект кураторский, проект для поддержки, в первую очередь, молодых специалистов, школьников, которые интересуются истории. И детальнее о проекте презентует проект Сокрутницкий Эдуард Сергеевич, координатор научного направления Молодежного клуба Российского исторического общества, специалист Государственного архива Российской Федерации. Поэтому, Эдуард Сергеевич, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы бы хотели вам презентовать сегодня наш проект «Наставничество ИСЛАП. Лаборатория молодого историка». Следующий слайд можно, пожалуйста, или я кликирую. Ну, как известно, текущий 2023 год Российской Федерации объявлен годом педагога и наставника. Да, особое внимание этому направлению уделяют и на высшем уровне власти. Да, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отдельно это подчеркивал. Ну, и небольшой преамбулой сразу к нашему проекту хотелось бы... Следующий слайд, да, можно, пожалуйста, обозначить проблематику нашего проекта, на что он в первую очередь будет нацелен. Проект необходим для осуществления методической и консультационной помощи молодым историкам, и не только молодым историкам, обучающимся в университетах, но и школьникам, которые только планируют поступать на какие-либо исторические специальности, но не только исторические, связанные тесно с ними, общественные и так далее. И особое внимание в нашем проекте мы хотели бы уделить именно тем дисциплинам, которые, как нам кажется, недостаточно освещаются в рамках учебных программ, да, из-за достаточно широкого профиля, что особенно относится к профилю, да, история просто без какой-либо специальности. Следующий слайд, пожалуйста. Целью нашего проекта является повышение профессиональной подготовки молодых историков и интереса школьников к историческим дисциплинам посредством различных лекций, просветительских материалов, которые мы будем выкладывать в рамках нашего проекта. Что мы предлагаем? Целевой аудиторией проекта, как мы уже ранее сказали, это будут школьники старших классов, студенты первых, вторых и не только, возможно, и магистратуре, те, кому не хватает каких-либо, скажем так, компетенций для реализации их исследовательских задач. Ну и не только исследовательских задач, например, учеба, да, или написание какой-то курсовой работы. Все это мы хотели бы донести вот для нашей целевой аудитории. И в рамках этого мы предлагаем, вот теперь следующий слайд, разработать 5 основных программ наставничества. Они обозначены у нас на слайде. Это архивоведение, архивная евристика, источниковедение, вспомогательные исторические дисциплины, историография и методология исторических исследований. Вот, как правило, именно в этих дисциплинах наиболее, скажем так, наблюдаются проблемные моменты с недостатком у молодых исследователей, например, знания архивных фондов, где искать материалы, или методологии их исследования. Следующий слайд, пожалуйста. Уже непосредственно о нашем проекте. Структура проекта предполагает реализацию 2 этапа. Первый этап – это непосредственно конкурсный отбор наших наставников, как это, расписание. Это первый этап, вы можете увидеть в нашем слайде, да, то есть 1 апреля у нас стартует прием заявок наших кураторов, 15 апреля мы закрываем прием заявок через специализированную форму. 30 апреля мы уже определяем, подводим итоги этого конкурсного отбора. Ну и затем уже до 15 мая мы выстраиваем четкую связь между
координатором проекта и наставниками непосредственно, и начинаем активную работу. И вот здесь самое, наверное, важное в нашем проекте, это второй этап, можно, пожалуйста, следующий слайд, это непосредственно сама, как бы я ее назвал, да, полевая работа с нашей целевой аудиторией, с теми, кто бы мог обращаться к наставникам по различным вопросам, которые бы у них могли возникнуть. Причем вопросы, как мы предполагаем, это достаточно широкого цикла, да, от буквально того, где искать какие-то материалы, и до каких-то уже конкретных вещей, возможно, по каким-то сюжетам, по методологии, как конкретно написать статью, например, по археологической тематике или по историографии. И вот все в таком вот целом духе. Ну и кроме того, как такой небольшой итог, возможно, да, накопившихся вопросов или каких-то сюжетов, которые были наиболее популярны среди тех опросников, которые мы собирали, это проведение тематических семинаров. Да, следующий слайд можно, пожалуйста? По итогам, скажем так, сбора информации. Как вы можете увидеть, это предполагаемое расписание тех семинаров, которые мы будем производить, но я думаю, что, возможно, они как-то скорректируются еще в последующем, в результате, скажем так, проведенной нами работы. Да, ну, первый семинар мы уже планируем на май текущего года. То есть, еще раз повторюсь, что семинары – это такой, как, ну, возможно, подведение итогов некого, да, определенного периода работы наставников. Или же наоборот, если у нас будет какая-то активная такая запрос по каким-то конкретным тематикам, да, может, отдельно будет интересно и важно для нашей аудитории понять, как правильно отбирать, например, те же самые архивные документы для своих работ, или что такое вообще историография, да, как она пишется, как ее анализировать. Это все вопросы будут закрываться в рамках наших семинаров. Ну и последнее, наверное, о чем бы я хотел сказать, презентуя наш проект, это, в принципе, то, каким критериям должны соответствовать участники конкурса, но это скорее даже носит такой методический характер, потому что большинство из этих пунктов являются необязательными. С ними, я думаю, что можно будет ознакомиться уже в последующем, когда мы дадим старт нашему конкурсу, и все это будет у нас опубликовано. Ну, среди, что можно было бы упомянуть, это мы бы приветствовали активную публикационную активность, да, чтобы понимать, что действительно человек разбирается в том направлении наставничества, на которое он подает так или иначе свою заявку. На этом у меня, наверное, все. Если будут какие-то, возможно, вопросы, мы рады на них ответить. Спасибо большое, Эдуард Сергеевич. Коллеги, резюмирую от себя пару слов. Проект, на мой взгляд, очень важный, нужный, интересный, потому как лично я и ряд моих коллег также являемся преподавателями уже в разных структурах, университетах, кто-то в школах, и постоянно обращаются там, как к научным руководителям или просто как к старшим коллегам, да, студенты младших курсов или школьники за какой-то методической помощью. И часто слышим, что прецеденты такие есть, правда, что там научный руководитель не отвечает, научный руководитель, там, у него какие-то проблемы со связью, либо времени не хватает. Тоже нормальная практика часто бывает. И ребята нуждаются в определенной методической, системной помощи. Вот банально, как написать введение, да, как обозначить его структуру, как выстроить логические цепочки. Кто-то стилистически просит посмотреть там его работу. Работа с архивами, с источниками, это с историографией. Отдельный вопрос, очень сложный, который до сих пор в научном плане разрабатывается узкими специалистами в этих субдисциплинах истории. Но действительно надо помогать ребятам ориентироваться, как выстроить историографию, какую лучше подобрать, возможно, рекомендовать каких-то специалистов, даже из других регионов, которые могут помочь с этим вопросом. И проект направлен на такую как раз-таки кураторскую методическую помощь и поддержку для того, чтобы у ребят со всех регионов страны в формате онлайн был такой методический помощник, человек, который будет сопровождать. Ну, а мы, соответственно, конечно, этого человека всячески будем поддерживать молодежным клубом и способствовать его профессиональным навыкам и развитием его профессиональных компетенций в различных сферах. Поэтому
проект очень важный, нужный, интересный, особенно в год педагога и наставника, и обратиться к такому куратору, к такому специалисту могут, как мы акцентировали, не только студенты, которые уже курсовые пишут, опять же, май, заседание первое планируется, семинар в мае. Почему? Потому что июнь, это уже у всех защиты идут, многие спрашивают, многие боятся физически выступлений, многие боятся, как правильно ли он неправильно презентацию сделал, хотят опробировать что-то. И это возможность, такие семинары, это хорошая возможность для ребят в неформальном таком, неформальной обстановке с привлечением специалистов, этих кураторов, побеседовать, обсудить такие проекты и методически проговорить, как лучше сделать, как правильно сделать так, чтобы у него была хорошая, качественная квалификационная работа, будь то курсовая, будь то дипломная работа, либо какая-нибудь статья или научный доклад. Поэтому, уважаемые коллеги, просим любить и жаловать всех, скажем так, распространять, репостить информацию о проекте. Информация появится в группе молодежного клуба, в группе Российского исторического общества, и будем рады видеть всех в отборе на конкурс такого специалиста, консультанта. И, конечно же, если будут вопросы, будем рады видеть в числе ребят, которые, которым требуется помощь. Для нас будет это знак того, что мы свою роль, свою работу тоже выполняем, несем высокую функцию. Спасибо. Продолжая тему педагога, года педагога и наставника, взаимодействие с педагогическим сообществом, воспитанием историков-педагогов. Мы, конечно, не могли не привлечь наших партнеров, которые с нами работают с первого дня существования, можно сказать, молодежного клуба, с первого заседания молодежного клуба Российского исторического общества, это МПГУ, и с нами традиционно уже Шумилов Николай Владимирович, сотрудник управления воспитательной работы и молодежной политики МПГУ, руководитель добровольческого центра МПГУ. Собственно, о возможных предложениях молодых историков МПГУ по взаимодействию с молодежным клубом в рамках педагога и года педагога и наставника и, может быть, пару слов про взаимодействие в рамках нашего проекта, который мы анонсировали. Спасибо большое, Иван Александрович. Уважаемые коллеги, ребята, всем добрый день. Как правильно отметил Эдуард Сергеевич, 2023 год указом президента был объявлен годом педагога и наставника. В целях развития научного наставничества для молодых ученых запустилась специальная программа. И Владимир Владимирович отметил, что работа педагогов и наставников закладывает основу кадрового потенциала и технологического суверенитета страны, и вопросы обучения и наставничества – это всегда обращение к будущему. Также важность этой проблематики отметил и министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов. Решение президента объявить 2023 год годом педагога и наставника еще раз говорит о высоком статусе этих специалистов в нашем обществе, о важности их работы и их влияния на социальную жизнь и не только студентов и школьников. Собственно, в педагогических вузах ведется уже давно работа по развитию проектов и программ наставничества как научного, так и педагогического. В МПГУ уже на протяжении 8 лет реализуются и совершенствуются программы данного профиля различных уровней подготовки от кураторства и вожатства до тьюторства и коуч-тренеров. Термин, да, англицизм отдает, но все-таки, к сожалению, аналог найти не смог. В рамках работы Управления специальной работы и молодежной политики МПГУ были успешно реализованы большое количество проектов по этой проблематике. Я могу привести только малый пример некоторых из них, потому что если перечислить все, это займет больше отведенного мне времени. Одним из ярких примеров является добровольско-педагогический проект «Маяк». Это победитель фонда президентских грантов. Без срока давности проект. Таким ярким примером работы без срока давности является российский конкурс лидерских проектов. Также 19 апреля на форуме «Сила в правде» мы провели сессию в Музее Победы. Было колоссальное количество участников. Я так называю, некоторых ребят я видел 19 апреля. Собственно, также проект «Учитель на замену», который показал, что во время пандемии наши молодые студенты умеют и, более того, жаждут уже приступить к работе. И, само собой,
волонтеры просвещения и университетские смены. Проект «Университетские смены» в МПГУ был нацелен на детей из города Шахтерска, ДНР. И ребята приехали на базу отдыха, где их университетская смена была посвящена такой теме, как «Города Руси. Истоки России». В рамках смены ребята из ДНР не просто знакомятся с Москвой и ее достопримечательности, но и снимали образовательные видео. Они прокладывали маршруты своих собственных экскурсий по достопримечательностям подмосковного Звенигорода также. Для них проводились личностные тренинги, образовательные также сессии. И ребята получили множество мастер-классов. Все эти проекты, которые я перечислил, они обновляются и до сих пор активны. И реализуются до сих пор. Проект, создаваемый Молодежным клубом Российского исторического общества ИСТЛАБ, является отличным решением актуальной проблемы современности, которая сможет ответить на вопросы студентов-историков и будущих абитуриентов исторических вузов. Мы готовы оказать посильную помощь в этом проекте. И будучи студентом Института истории и политики, как давно это было-то уже, я и сам сталкивался с подобной проблематикой, которая была сегодня описана в докладе Эдуарда Сергеевича. И я считаю, что в этом году, как если не в другом, стоит реализовать данный проект. И то, что я увидел на презентации, честно говоря, меня очень порадовало. Что ж, я готов ответить на некоторые вопросы, если они у вас появились. У меня все. Спасибо большое, Николай Владимирович. Действительно, МПГУ с нами давно работает, поддерживает, взаимодействует. Ну, я надеюсь, на такой первой стадии вы распространите среди своих ребят также, возможно, им будет это интересно, и, возможно, они примут участие ваши магистранты, аспиранты, как кураторы, потому что это их педагогическая практика, в конце концов. Ну и, конечно... Захотят, заставим, но у нас нет, ни в коем случае, тут только добровольное начало. Тут только добровольное начало, потому как этот человек, вот мы видим, куратор, педагог, он должен в течение года быть заинтересован и, как знаете, говорят, обучая, обучаюсь. Человек, который будет обучать и поддерживать молодых историков на разных уровнях, он и сам будет учиться и формироваться как молодой профессионал, педагог, воспитатель, потому что в любом случае в дальнейшем большинству ребят, кто задействован в области истории, преподавать, вести курсовые, вести дипломные работы, уровня выше работы курировать. И для них это такой первый кураторский педагогический опыт, где они могут отточить свои навыки. Поэтому надеемся на распространение и в МПГУ, и в других партнерских организациях. И, как правильно, кстати, заметил предыдущий спикер, Денис Александрович, который презентовал свою книгу, да, что он со школьной скамьи, будучи волонтером, ходил в музей, у него был как раз-таки такой старший наставник Баир Ильичев, да, который методически и морально его поддерживал, его инициативе. И вот инициатива реализована. Поэтому такая история успеха сегодня у нас прозвучала. И я думаю, что наш проект также впоследствии сгенерирует такие истории успеха. Обязательно. Коллеги, мы продолжаем нашу работу. Сегодня также с нами присутствует Иванюта Павел Павлович, координатор проекта «Моя история» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». С «Волонтерами Победы» мы работаем тоже с самого начала, тесно и очень плотно. В прошлом году мы уже, молодежный клуб, принял участие в подготовке, реализации нескольких проектов «Волонтеров Победы», о которых Павел Павлович расскажет. И мы планируем также несколько проектов реализовывать уже в следующем году, задействуя, опять же, Молодежный клуб Российского исторического общества. Пожалуйста, вам слово. Добрый день всем присутствующим, уважаемые участники заседания Молодежного клуба. Первоочередно хотелось бы сказать, что действительно наше сотрудничество уже длится не первый год, и что мы действительно уже реализуем часть мероприятий, в том числе и совместно. Например, в прошлом году у нас стартовала, по сути, реализация урока памяти в школах
всей Российской Федерации по такой тематике, как судьбы детей в годы Великой Отечественной войны. И до сих пор этот урок очень активно, в принципе, очень активно реализуется, продвигается, его проводят во всех школах, учреждениях дополнительного образования. Подготовка любого мероприятия, она занимает длительное время, в том числе и этого урока, который длился не один месяц, но, к счастью, он пользуется популярностью и спросом. Помимо этого, действительно, мы привлекаем очень часто к проверке, экспертной оценке наших материалов, мероприятий просветительских, интеллектуально-развлекательных и других просто на историческую тематику экспертов, в том числе из молодежного клуба. Например, в прошлом году прошла игра 1418, которая вошла в Книгу рекордов России как самая массовая интеллектуальная, историческая интеллектуальная игра в России. В ней одновременно приняло участие почти 40 тысяч человек. В этом и материалы этой игры, в том числе, проверяли, помогали проверять и оказывали экспертную оценку, объективное и субъективное свое мнение, что не менее важно, в том числе просто как раз-таки эксперты из молодежного клуба. В этом году, в том числе, кстати, эта игра будет тоже 5 апреля, уже повторно, и уже снова мы обращались, и нам снова помогли эксперты из молодежного клуба, за что огромное спасибо. Надеемся на более плодотворное сотрудничество, еще больше, еще активнее, еще динамичнее, просто к чему, в принципе, мы идем, и это видно, это целеустремленно. И вот в данном случае как раз-таки недавно мы обращались за помощью «Волонтеры Победы» к Российскому историческому обществу, чтобы они поддержали несколько наших грантовых проектов. «Моя история» — это в целом проект, который занимается исследованием истории семьи каждого живущего, в принципе, гражданина в нашем государстве. И я постоянно говорю на всех просветительских мероприятиях, что, по сути, это мы идем по пути от истории к семье, к истории государства, то есть от конкретного к более общему. То есть одно без другого, в принципе, неотделимо и невозможно изучать. И как бы мы ни считали иначе, но даже маленький камушек, в принципе, он способен как бы, в принципе, на какую-то, да даже сдвинуть гору или, в принципе, там камнепад устроить. В том числе и не бывает такого, чтобы судьба одного определенного человека, будь он даже, в принципе, дворником, образно говоря, или поваром, не повлияла бы в целом на контекст изучения государства. Каждая абсолютно, история каждого из нас с вами, она важна. История каждого предка нашего, история каждого члена нашей семьи, она имеет колоссальную роль в истории, в первую очередь в истории семьи. И вот в этом году мы будем постараемся, конечно, реализовать проект от истории семьи к истории государства. Его суть, по сути, в трех основных этапах. Первый – это организация и проведение межрегионального конкурс или исследовательских работ, который будет называться «Лица Победы». Его суть будет в том, чтобы собрать работы школьников и студентов по таким номинациям, как археология, как историческое краеведение, как, то есть по историческим дисциплинам, как раз таки по истории их участников, по истории их семьи, чтобы они писали, скажем так, на краеведческом материале первоочередно, на архивах семейных историю своей семьи. Этот этап будет проходить как раз-таки в августе, в сентябре месяце, к чему мы действительно хотим привлечь экспертов из молодежного клуба. Потому что с учетом того, что мы изначально планируем его сделать межрегиональным по Южному федеральному округу, но все равно я рассчитываю, что будут сотни работ. А проверить и дать экспертную оценку исследовательской работе, я думаю, те, кто писали курсовые или когда-либо принимали участие в конкурсах исследовательских или научно-проектных, они понимают, что это не одна страница далеко. И это труд, который человек вкладывает в свою душу. И проверить, и дать просто объективную оценку этой работе, это очень важно. Тем более, что школьник и студент, который уже обладает чуть большим опытом, они ждут обратную связь, и они понимают, что их работа, она должна быть оценена по достоинству. И это действительно так, это важно. Вторым этапом это, естественно, будет проведение слета историко-краеведческого. Учитывая то, что в этом году у нас есть две памятные даты, которые касаются Южного федерального округа, это в первую очередь 83-я битва за Кавказ, а во вторую очередь это, получается, это юбилей Керченского-Ертегенского десанта, то в октябре как раз будет очень актуально провести слет, на который собрать как победителей конкурса, так и координаторов направлений
моя история из регионов России, в том числе, конечно же, экспертов и специалистов из молодежного клуба, которые бы выступали бы там и как эксперты, и как спикеры. Это вот одна из идей, которую мы уже обсуждали, в том числе как раз-таки с Иваном Александровичем. У нас есть идея, мы рассчитываем на то, что у нас все выйдет, и что мы с августа месяца начнем реализовывать этот грантовый проект. Третий этап, это, естественно, который будет основываться уже на разработанной концепции на слете и на материалах, которые мы получим, базируясь просто на конкурсе, это будет формирование новой интернет-платформы на базе сайта «Волонтеров Победы». Суть ее будет в том, что будет два раздела. Первый – это, по сути, открытая база знаний, в которой будут входить работы всех финалистов конкурса, которые будут оформлены в определенном, просто как бы, в определенном стилистике дизайне. Помимо этого, там будут находиться все абсолютно методические разработки, которые касаются как и семейной истории, так и вспомогательных исторических дисциплин, которые помогают в изучении истории семьи. Это будут все абсолютно разработки, наработки, уроки памяти, акции просветительские, все интеллектуальные исторические игры, которые только возможно, чтобы любой желающий мог воспользоваться абсолютно колоссальным просто объемом знаний и подготовленных уже мероприятий, апробированных в регионах, для того, чтобы мог самостоятельно проводить. И закрытый раздел это будет, конечно же, для координаторов направления «Моя история». Это те ребята, которые в регионах помогают восстанавливать, скажем так, и сохранять историческую память и восстанавливать боевой путь или биографию людей, участников Великой Отечественной войны. К нам обращаются ежедневно десятки и сотни людей, которые хотят и просят, чтобы мы на добровольном начале, как волонтеры, действительно, мы так этим и занимаемся, помогли восстановить путь человека, или боевой его путь, или биографический. Порой это сложно, порой это невозможно, к сожалению. Но чаще всего, в принципе, мы помогаем, чем можем, как минимум консультациями о том, каким образом это можно сделать. И вот второй раздел этой платформы, это будет закрытый, куда будут поступать как раз-таки запросы граждан. Все мы с вами прекрасно понимаем и живем в едином просто законодательном поле, что персональные данные, они, в принципе, находятся под защитой. Соответственно, этот раздел, он и должен быть закрытым, к которому будет доступ только определенного количества людей. И еще один проект, который мы хотим реализовать, это сохраненная память. Мы с вами сейчас, к сожалению, наблюдаем, даже не сейчас, уже не первое десятилетие, по сути, это началось все еще с начала нулевых, что памятники Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в различных государствах Западной Европы разрушаются, предаются забвению, мемориалы просто разрушаются, просто и, по сути, в принципе, акты вандализма становятся нормой. И это происходит не только, у ближайшего соседа, за которым мы сейчас с вами наблюдаем все очень плотно, Украина, это Польша, это страны Прибалтики, это Чехия, где также разрушались памятники, которые касались воинов-освободителей Советской Армии. Это память поколений, память миллионов людей, память о том, какими усилиями и ценой чего была достигнута победа в 1945 году над нацизмом. И этот как раз-таки вот проект будет рассчитан на то, чтобы сохранить, то есть память, воссоздать в определенном, скажем так, формате, в том числе и в интерактивном, эти памятники, которые на данный момент разрушены, как в Эстонии, как в Латвии, в Польше, в Чехии и так далее. И помимо этого сделать, для этого, конечно же, естественно, необходимо будет сбор архивных материалов. Те, кто работал в архивах, прекрасно понимают, что труд здесь будет огромен. По сути, даже, да, скорее всего, даже отчасти неподъемен для единичных, скажем, для количества людей, для группы людей, которые будут состоять, скажем так, из единиц. А вот для людей, для рабочей группы, в которые войдут как минимум десятки людей, это уже можно будет разговаривать и рассуждать, и реализовывать, скажем так, этот проект уже более качественно, более плодотворно. Потому что я, честно говоря, сейчас имею представление о том, как подойти, конечно, к этой проблеме, но я себе полностью отдаю отчет, что это, реализация этого проекта займет, конечно же, не один год, как минимум по сбору материала только, и по его обработке, по его фиксации. И, естественно, что потом нужно будет провести международный урок.
Это, скажем так, для закрепления материалов, учитывая то, что мы очень часто волонтерами Победы проводим мероприятия, в том числе международного уровня, просветительские, такие как уроки памяти. В прошлом году мы это активно уже начали реализовывать. Это у нас и Аджумушка, и подземная крепость, всероссийская видеоэкскурсия выходила, и была международная акция 17 июля, посвященная Сталинградскому сражению под названием «Код доступа Сталинград». Поэтому мы, в принципе, уже понимаем, что с помощью таких форматов необходимо, есть возможности, необходимо показывать, демонстрировать, объяснять правильно доступным языком молодежи не только у нас в Российской Федерации, но и в других государствах, каким образом действительно обстояли дела, то есть на архивных материалах, на кинофотохронике, основываясь на достоверных источниках. Показать и рассказать доступным языком об определенных событиях, в том числе и о памятниках, которые когда-то просто были созданы людьми, они же были созданы просто с определенной целью, и эта цель, она никуда не делась. Тем более, что сейчас мы с вами видим, что, к сожалению, историю Великой Отечественной войны, как и Второй мировой войны в целом, пытаются поправить на Западе. Вот наша с вами задача, чтобы этого не случилось. Потому что как только в истории что-то забывается, срабатывает цикличность, и это возвращается. К счастью, что у нас с вами в государстве помнят о прошлом и не допустят повторения его в будущем. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы, если они будут. Спасибо большое. Вопросов, наверное, нет. По крайней мере, у меня, потому что мероприятия и проекты... Есть интерес. Да, я правильно, коллега, заметила, что мероприятия волонтеров Победы уже давно гремят на всю страну своим масштабом, своей увлекательностью как для студентов, так и для школьников, своими игровыми форматами. Мы знаем, и квесты есть различные, и онлайн-мероприятия. То есть тут остается только поддержать, помочь посильно, что будет необходимо от нас, от молодежного клуба. Мы включимся методически, консультативно, информационно, организационно. Мы всегда готовы помочь, поддержать. Спасибо большое, Павел Павлович. Мы работаем дальше, уважаемые коллеги. И говоря о молодежном клубе, мы, конечно, уже, пока еще меньше, чем год, да, мы основаны в июне 2022 года. Нашу инициативу Сергей Евгеньевич Нарышкин поддержал здесь, в этом зале. Но, тем не менее, работа проведена уже большая, сформирована такая, можно сказать, федеральная команда, да, ребят, которые этим занимаются, тоже в этом зале находятся, которые организуют мероприятия, взаимодействуют с другими организациями, помогают, поддерживают по разным направлениям такую связь. И, конечно, к нам обращаются регулярно коллеги из различных субъектов Российской Федерации с предложением наладить и организовать работу в этих самых субъектах Российской Федерации на местном уровне. Потому как в Москве вот так можно собираться, говорить, по Zoom коллеги будут подключаться и будем расходиться. Да? И до мест, до городов, муниципалитетов, регионов многие проекты ногами, возможно, не дойдут, к сожалению. Чтобы, так сказать, упредить такую плохую перспективу работы нашего молодежного клуба, мы, конечно, стараемся увлекать различными методами, образами, форматами заинтересованных историков из разных регионов, поддерживать их и поддерживать инициативу по созданию таких заинтересованных инициативных групп молодых историков в регионах, которые будут продолжать являться составной частью молодежного клуба и расширять наше всероссийское сообщество молодых историков. А я напомню, что это главная цель молодежного клуба – формирование всероссийского сообщества молодых историков. И в связи с этим к нам сегодня из других городов приехали коллеги, которые нам помогают, активно участвуют в реализации наших проектов. И хотел бы одному из них слово передать. Это Матлин Александр Дмитриевич, заместитель руководителя отдела дополнительного образования детей гимназии номер 155 Центрального района города Санкт-Петербург. Да, по сути, научный руководитель Всероссийской научной конференции «Ветер перестройки», и который сегодня нам расскажет об этой конференции и о том, как коллеги видят работу молодежного клуба в городе Санкт-Петербург. Добрый день, коллеги. Большое спасибо, что пригласили под замечательное здание
Очень приятно видеть всех вас здесь, очень приятно находиться здесь. Приятно не просто закончить ИСФАК, но и реализовывать себя как историка, и, находясь здесь, ощущаешь это в полной мере. Многие из вас вспоминали здесь сегодня Владимира Владимировича Путина. Я тоже тогда ставлю свои 5 копеек. Наш президент не раз говорил о том, что гибель Советского Союза – это величайшая геополитическая катастрофа, случившаяся в 20 веке. Я бы добавил к этому, что это еще и краеугольный камень всей нашей действительности. Перестройка, которая предшествовала развалу Советского Союза, 90-е годы, которые стали реакцией, все это до сих пор формирует то, что происходит сейчас у нас. Я думаю, все понимаете, о чем я говорю. Те нерешенные проблемы до сих пор откликаются, заложенные именно в то время. И парадоксальным образом, учитывая то, что это была катастрофа, как верно высказался президент, за последние 30 лет так и не было создано какой-то единой школы, которая бы изучала эти проблемы, какого-то института научно-исследовательского, как максимум, да? Нету даже единой площадки для обсуждения этих проблем, где каждый заинтересованный исследователь мог бы высказаться на этот счет. Вероятно, идея о проведении подобной конференции возникла у меня, у моих коллег лет 5 назад, когда мы еще все были студентами, когда в октябре, во время 25-летия драматических событий 93-го года и принятия Конституции Российской Федерации, которая была в 93-м году, да, принята в декабре, по всей России не было каких-то крупных масштабных мероприятий, которые бы пытались как-то это отрефлексировать, не говоря о таких камерных, закрытых мероприятиях от Горбачев-фонда, к примеру, или там Ельцин-центра, где выступали спикеры, ну, очень высокого порядка, ну, и куда обычным исследователям было попасть, наверное, сложновато. В 2020 году у меня и у моих коллег, в общем, которые разделяют мои, да, научные интересы, возникла идея не допустить подобного к 30-летию гибели Советского Союза. В итоге родилась и была успешно реализована идея о проведении Всероссийской научной конференции «Ветер перестройки», которая, не побоюсь этого слова, стала в 2021 году самым масштабным мероприятием в научной и студенческой среде по проблемам изучения позднесоветской истории и истории Новой России. Партнерами конференции выступили Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Музей политической истории России. Но список партнеров этим не ограничивается, мы каждый год расширяем количество наших партнеров, к нам обращаются другие организации, которые тоже хотят сотрудничать с нами, как с конференцией. Ну и мы надеемся, что с этого года молодежный клуб Российского исторического общества также подключится в некотором смысле к организации всего этого замечательного дела. Стоит сказать, что изначально конференция и вообще весь этот проект задумывался как, ну, достаточно такое небольшое, возможно, камерная студенческая конференция для вот студентов высших курсов, может быть, там, аспирантов, которые разрабатывают подобные проблемы. Но уже в первый год была взята достаточно большая планка участников, и среди выступавших на конференции был целый ряд кандидатов, докторов наук, людей с достаточно известными фамилиями. Во второй год конференции люди со степенями доктора наук, кандидата составляли уже более трети участников конференции. То есть тут мы можем говорить о том, что конференция обладает некоторой уникальностью из-за тех проблем, которые обсуждаются на ней, поскольку, скажем, одинаково интересен и полезен может быть друг другу как студент 3-4 курса, который позанимался в архивах и открыл дело, которое до этого никто не смотрел, и маститый профессор, который разрабатывает подобные проблемы уже последние там, 10-15 лет. И мы видели подобные примеры, когда люди уже достаточно взрослые со студентами там, 2-3 курса дискутировали, и это было поистине интересно и так, незабываемо. В общем, наша конференция, я могу констатировать, это первый и единственный в России крупный ежегодный форум историков, и не только историков у нас, естественно, в смысле тех проблем, которые они обсуждают, выступают и философы, и политологи, и социологи, работники архивных учреждений, музеев и так далее, продвигают какие-то свои идеи на этой конференции. В общем, мы первый ежегодный форум, который обсуждают проблемы перестройки 90-х годов в таком большом масштабе. И говоря о перспективах развития молодежного клуба Российского исторического общества в Санкт-Петербурге, мне кажется, что работа, ну, помимо, естественно, лекций в школах,
организации таких же круглых столов, посещения других университетов, то есть рекламы молодежного клуба и работы с историческим, с российским историческим обществом. То есть работа должна быть нацелена на выявление и поддержку вот таких вот уникальных и актуальных проектов, которые есть у молодых историков, уже ну, таких выпустившихся из университетов, получивших дипломы, которые хотят реализовывать себя именно как историки и готовы вкладывать свои силы, нервы в организацию того, во что они реально верят, любят и считают очень важным и актуальным. Что ж, на этом у меня, наверное, все. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Коллеги, давайте поаплодируем. Да. Спасибо за выступление, за такую инициативу, за поддержку деятельности молодежного клуба в городе Санкт-Петербург, нашей культурной столице. Разумеется, мы положительно отвечаем на ваше предложение включиться в организацию работы конференции «Ветер перестройки» и всячески поддерживаем. Ну, я бы хотел, конечно, добавить, что и Степан Владимирович, и ваш покорный слуга являются преподаватели учебно-научного центра «Новая Россия. История постсоветской России». Поэтому институции, занимающиеся изучением данной проблематики, все-таки есть. Но мы, в свою очередь, готовы привлекать специалистов из этого центра для участия в работе вашей конференции. Я думаю, такой синтез будет интересен и полезен. И по поводу деятельности молодежного клуба в городе Санкт-Петербург. Также спасибо за вашу инициативу. Мы обязательно проработаем механику, процедуру, как это лучше сделать, организовать. Советуемся с нашими старшими коллегами. И я думаю, что в Санкт-Петербурге также будем формировать такую ячейку по работе молодежного клуба. Спасибо большое, Александр Дмитриевич. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу, ну как мы постепенно уже завершаем. И у нас еще один наш коллега из другого города, из города-героя Тулы. В Туле, мы, напомню, проводили школу для молодых историков-медийщиков. И Зубцов Дмитрий Дмитриевич, студент Тульского государственного университета, который у нас здесь присутствует, также принимал участие в работе школы очень активно, является выпускником школы, организованной в том числе и молодежным клубом Российского исторического общества. И Дмитрий Дмитриевич также расскажет, поделится о деятельности молодых историков в городе Тула и перспективах, наработках по дальнейших наработках. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, хотел бы поблагодарить Ивана Александровича за приглашение на заседание молодежного клуба и за возможность рассказать о перспективах работы молодежного клуба в Тульской области, в целом в городе Тула, в частности. Перспективы на самом деле весьма хорошие. Ну, во-первых, кликеры. Спасибо. Ну, во-первых, для начала следует сказать, что на территории Тульской области, если говорить об академической базе, располагаются два крупнейших университета региональных, один из которых является опорным университетом области. Это Тульский государственный университет и Тульский государственный педагогический университет имени Льва Николаевича Толстого. И сама деятельность молодежного клуба Российского исторического общества в области, она может сблизить два университета, которые без того уже довольно тесно сотрудничают в сфере организации как студенческих конференций, так и круглых столов, семинаров и на различных других площадках. Об этом расскажу чуть-чуть попозже. И здесь главным аспектом вот, в сфере сотрудничества двух университетов является то, что в связи с некоторыми логистическими вопросами, организационными моментами, иногда тяжело собраться, например, и студентам пединститута Тульского, и студентам Тульского государственного университета в каком-то, на базе какого-то одного университета, то важным аспектом является работа и сотрудничество с региональными организациями и профильными учреждениями, в которых могут быть организованы
какие-то мероприятия научного характера или научно-популярного, вот, молодежного. И в этой связи, конечно, как и Елена Викторовна Симонова, директор, руководитель регионального отделения в Тульской области, так и руководство обоих университетов, они поддерживают, собственно говоря, молодежный клуб Российского исторического общества и готовы оказать любую организационную поддержку, финансовую, информационную поддержку деятельности молодежного клуба в городе Тула. И вот из такого последнего, что было предложено как раз-таки Тульской областной научной библиотекой и Еленой Викторовной Симоновой, в которой в тесном контакте мы находимся, это проект Тульской областной научной библиотеки «Герой газетной полосы». Ну, небольшой особенностью деятельности молодежного клуба в Тульской области является то, что молодежный клуб нацелен, вообще в целом историки в городе Тула нацелены больше на краеведческую тематику, вот, связанную с обороной Тулы, с историей города, с оружейными производствами, которые расположены на территории города. И вот, соответственно, «Герой газетной полосы» — это проект областной библиотеки по оцифровке выпусков газет, выходивших на территорию Тульской области за годы Великой Отечественной войны. Материала огромная масса, вот, то есть уже налажен контакт с директором областной библиотеки по вопросу этому. Вот как раз ожидаем, чтобы с ней как-то состыковаться. Другим немаловажным аспектом, вот, о котором упомянул как раз Сергей Сергеевич, являются контакты, связь с другими некоммерческими организациями, с органами власти Тульской области на базе как раз-таки университетов через руководство. Прежде всего, это Российское общество знания, которое базируется как раз-таки в Тульском государственном университете, региональное отделение. И, что немаловажно, уже высказывалась такая инициатива со стороны директора регионального отделения общества знания предоставить безвозмездное пользование молодежному клубу, если это понадобится в Тульской области, единственную в Центральном федеральном округе мультимедийную студию региональную Российского общества знаний для прямых трансляций, для проведения каких-то семинаров, лекций и так далее. Российская ассоциация политической науки также, мы наладили с ней контакт, который базируется тоже в Тульском государственном университете. Вот хотели по линии российского парламентаризма, его истории провести мероприятие. То есть в этой связи тоже «Единая Россия» политическая партия, налажен контакт с ней, в частности с «Молодой гвардией Единой России», как молодежным крылом. Ну и, разумеется, с органами государственной власти по линии университета тоже налажен контакт, поскольку они постоянно как ходят либо в Тульский государственный университет представители органов власти, либо педагогических, то, соответственно, не является проблемой также и их участие, и поддержка, как грантовая, так и поддержка организационная. И, собственно говоря, вот возвращаясь к вопросу сотрудничества между двумя университетами, и что молодежный клуб может стать такой площадкой, аккумулирующей молодых историков с двух университетов, можно сказать, что вот сотрудничество, оно может быть расширено и без того довольно серьезное. Вот, например, если говорить о мероприятиях, которые совместно были проведены ТУЛГУ и ТГПУ Толстого по исторической направленности, то это Тульская историческая весна, вот буквально завершился довольно большой форум, который проходил неделю назад, который тоже аккумулировал в себе и историков из Тульского государственного университета, и из педагогического университета. Это всероссийские чтения студентов, аспирантов, молодых ученых 21 век гуманитарные, социально-экономические науки в Тульском государственном университете, на котором тоже подали заявки больше 15 студентов с исторических направлений подготовки ТГПУ, вот, и в котором ежегодно участвует более 500 студентов с разных университетов по всей России. И из последнего, что проводилось совместно студенческими научными обществами двух университетов, 2 марта студенческий круглый стол «История и философия права». И вот в этой связи хочется отметить, что очень важно междисциплинарное взаимодействие, особенно в Тульской области, да не только в Тульской области, наверное, в других регионах тоже, потому что вот другие аспекты
других общественных наук, которые так или иначе связаны с историей, ну, например, история государства и права, та же самая, вот, которой была посвящена, было посвящено это мероприятие, история учений, политических учений, там, правовых учений и так далее, способна привлечь еще больше количество заинтересованных как раз-таки людей, которые либо в аспирантуре обучаются, например, по юридическим направлениям и получают по истории права диплом. Соответственно, вот это тоже немаловажный аспект. И напоследок, вот завершая свое выступление, очень важно считать то, что поддержка со стороны Тульского регионального отделения Российского исторического общества, со стороны других региональных отделений, она очень важна. И как раз-таки вот на базе регионального отделения с Еленой Викторовной у нас в частности планируется очень много проектов, хороших проектов, которые могут быть реализованы именно вот при координации с региональными отделениями. На этом все. Спасибо большое. Если есть вопросы, буду готов ответить. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Ну что ж, с Тулой мы работаем, правда, давно, очень плотно, очень тесно с Еленой Викторовной Симоновой, которая является очень активным помощником. По крайней мере, мы это выявили, проводя наше мероприятие «Школа историка», там она очень сильно помогла нам во многих аспектах. И действительно, это хорошо, что когда есть взаимодействие между и университетскими структурами в регионе, и между различными некоммерческими структурами, ассоциациями, организациями, конечно, это все становится почвой для плодотворной и конструктивной дальнейшей работы. И если такая инициатива также о работе молодежного клуба в Тульской области есть, то мы не можем эту инициативу не поддержать. Опять же, проработаем механику этих действий и доведем ее отдельно. Коллеги, наша повестка, в принципе, исчерпана. На связи ли с нами Запорожская область, Жиряков Константин? Добрый день, меня слышно? Да, да, Константин, слышно. Пару слов. Добрый день. Иван Александрович, ну что хотелось бы сказать? Во-первых, хотелось бы поблагодарить как Российское историческое общество, так и молодежный клуб Российского исторического общества, которые очень активно помогают нашему историческому сообществу в регионе. На данный момент на кафедре истории у нас работает больше 10 специалистов-историков. Значительная часть из них – это как раз молодые специалисты, совместно с которыми мы очень надеемся запустить все-таки молодежный клуб РИО в Запорожской области. Мы ведем работу, направленную как на преподавание истории, так и на борьбу с предыдущими фальсификациями, искажениями отечественной истории, особенности это периода Великой Отечественной войны. У нас есть специалисты, кстати, как в историографии Великой Отечественной войны, кандидаты наук, так и специалисты по заселению колонизации Таврической губернии. И в основном наши аспиранты этими вопросами занимаются. Также мы активно занимаемся вопросами совместно с крымским отделением РИО и ВАПИК по предотвращению фальсификации истории Великой Отечественной войны. Как Иван Александрович знает, мы совместно с молодежным клубом РИО готовим провести в этом году научную конференцию. Надеюсь, что увижу сегодняшних участников там во время конференции. Огромное вам спасибо за нашу поддержку. Большое спасибо. Аплодисменты у нас сегодня в таком формате. Спасибо, Константин. Мы надеемся, что молодые историки Запорожской области, Мелитопольский государственный университет имени Макаренко станут инициативной такой площадкой для проведения, для реализации того десанта молодых уже историков, о которых сегодня говорил Руслан Григорьевич Гакуев, что именно на вашей площадке мы это сделаем, и вот такую конференцию, такой десант историков мы реализуем. Будем вас с нетерпением ждать. Спасибо. Уважаемые коллеги, наша повестка исчерпана. Мне кажется, очень интересно и продуктивно, плодотворно мы поговорили. Сегодня были услышаны как уже реализованные проекты различного уровня, различной направленности. Не забудьте перейти на Кинопоиск, посмотреть фильм «Голоса Алерона», ознакомиться с
монографии Дениса Александровича Попова по финской интервенции в 18-22 году на территории Карелии нынешней, да. Проект ИСЛАП, также не забудьте познакомиться с ним, потому что в группе молодежного клуба Рио будет обязательно публикация с датами конкурса, с регистрацией в качестве куратора, и тоже не пропустите. И, конечно же, не забудьте подписаться, в принципе, на группу молодежного клуба, потому что вся актуальная информация там выходит и публикуется. Будем видеться регулярно, будем видеться часто, коллеги. Всем намеченным планам, которые сегодня были озвучены, мы желаем реализации, и молодежный клуб будет оказывать всестороннюю комплексную поддержку. Спасибо, коллеги, за внимание. А далее у нас предполагается экскурсия по историческому зданию Дома Российского исторического общества для всех слушателей, участников сегодняшнего нашего заседания. Поэтому, коллеги, буквально 5 минут мы позовем профессионального гида, экскурсовода, который и проводит всех, окунет всех в историю этого здания. Спасибо!